Здарова, мои шалуны, держу пари, вы уже соскучились по точке. Именно поэтому сейчас мы вновь находимся на сервере PvMMU Classic. Кстати, я все таки решил разыграть кое-что на серваке, и это добыто из сундуков каменюевы, что вы сейчас наблюдаете на своем экране. Беде тот, кто оставит комментарий с ником своего персонажа под данным видео и наберет на нем большее количество лайков. Все просто, так что дерзай и проси друзей, если они у тебя есть, тебя поддержать. Чтобы вы понимали, я сделал равно то, о чем грозился. А точнее затарился на 15 с лихуем лямов и 20 голдов на миражи и небески. Хоть в прошлом выпуске я и назвал хуйней пару сбитых семерок, должен признаться, что я немного погорячился. Все же на версии 1.4.6 заточка все еще играет не последнюю роль, в связи с отсутствием говна дисков и карт. Ну да хуй с ним. Из реакции на прошлый ролик с данного сервера я понял, что пора повышать градусы и менять политику заточки. На этот раз мы не будем останавливаться и делать чекпоинты как обычно. То есть и башить мы будем до талого, и скорее всего пока не собьем все к хуям, ну или не заточим плюс 12. Что, конечно же, маловероятно. Несомненно, это может выглядеть как пустое сливание лавандоса, но мне как-то похуй. Предлагаю насладиться прекрасным трекчанским подфрап с истинного точера все это уба по ПВ. Аминь. Как бы результаты выпуска вы сейчас видите на своем экране, неплохой это выхлоп или хуёвый судить вам. Если ты игрок данного сервера, то вот для тебя небольшая мотивация. В следующем видео я планирую вновь сделать подобный эксперимент, но уже с раздачей этой самой заточки. Если это видео наберет достаточное количество лайков, то мы с тобой скорее всего так и сделаем и запишем очередной .мувик. Все в твоих руках. Спасибо за внимание, я кончил.